Всем привет! С вами канал Космостар. Любимица миллионов, непревзойденная Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко, не может похвастаться счастливой жизнью. Несмотря на огромный успех в СССР, она все бросила и уехала ради любви. Но и там было не все гладко. Наташа родилась 3 мая 1956 года. Ее отец занимал должность инженера военного авиационного завода, мама трудилась руководителем в Министерстве просвещения. Неудивительно, что у девочки было строгое воспитание, но это отнюдь не сдерживало ее бунтарского характера. Впрочем, рвение девочки с самого детства было направлено в мирное русло. В 5 лет Наташа побывала на балете «Спящая красавица» и поняла, что очень хочет стать актрисой. С той поры главным увлечением малышки стали театры, она посетила множество представлений и спектаклей. К выпускным классам она все продолжала говорить только о театре, но родителям это уже не нравилось. Они уговорили дочь получить серьезное образование, поэтому 2 года девушка посвятила подготовке к вступительным экзаменам на филологический факультет. Когда пришло время поступать, Наталья отнесла документы в щепку, провалилась и в ГИК поступила. Наталья была единственной, кому преподаватели разрешили сниматься в кино. К 3-му курсу у девушки была уже значительная фильмография. Но после в жизни начинающей артистки произошло событие, которое чуть ее не сломало. Тогда Наташа училась на 3-м курсе и порой до позднего вечера задерживалась на репетиции в ВГИК. Вот и в тот страшный день 24 декабря девушка покинула здание, когда вокруг было темно. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, она решила не идти домой пешком, а поймать такси. Это и стало роковой ошибкой. Водитель завез женщину на кладбище и попытался изнасиловать. Наталья разбила окно автомобиля и сумела выбраться наружу. Прямо в руки своей беде. Девушку окружили несколько мужчин, а таксист уехал. Наташу сильно ударили по голове и совершили над ней насилие. Как вспоминает сама актриса, это длилось долго, было больно, стыдно, противно. Ее били и насиловали, она теряла сознание и вновь приходила в себя. Когда это все закончилось, Андрейченко с трудом добралась до ближайшего дома, где ей помогли. Как позже выяснилось, 2 из мужчин нашли и осудили на 18 лет, обоих уже нет в живых. Наталья постаралась отстраниться от произошедшего, но получалось плохо. Она работала, училась, будто ничего не произошло, но начала сильно выпивать. Гонорары уходили полностью на кутежи, развлечения, алкоголь. Девушка могла пропасть на несколько дней, уйдя в запой, а потом прийти на съемку, как ни в чем не бывало. Помогло только кодирование. Причем не лечение как таковое, а кома, в которую Наталья впала. Врачи несколько дней боролись за жизнь молодой девушки, и ее организм справился. С той поры Наташа перестала пить вообще, у нее кардинально поменялось отношение к спиртным напиткам. У Наташи появилась новая страсть, режиссер Карен Шахназаров. Девушка по уши влюбилась, но мужчина не ответил ей взаимностью и после недолгого романа просто бросил актрису и пропал. Наталья не отчаивалась и продолжала работать. Находясь на съемках в Ленинграде, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей о несостоявшемся возлюбленном и развлечь себя, она пошла на концерт Дунаевского по приглашению одного из его музыкантов, который жил тут же в гостинице. Как только Дунаевский запел, актриса поняла, что влюбилась. Первую неделю пара просто общалась, а потом закрутился сумасшедший роман, закончившийся быстрой свадьбой. На свет появился сын Митя, но он не сплотил родителей. Вскоре отношения разладились и грянул развод. Но Наташе тогда было все равно, ведь она снова влюбилась. На этот раз избранником стал американо-австрийский режиссер Максимилиан Шелл. В то время связь с иностранцем приравнивалась чуть ли не к измене. Наташу вызывали на допрос, запугивали, сестра Шелла предлагала ей большую сумму денег, и даже сам мужчина не мог понять, нужны ли ему эти отношения. Но любовь победила. Пара заключила официальный брак в 1985 году. Первое время Наталья пыталась совместить семью, проживающую в США, и карьеру на родине, но в 1991 году поняла, что это невыносимо тяжело, и уехала насовсем. В
Впрочем, и в Америке карьера складывалась неплохо, а вот отношения с супругом становились все хуже. В итоге через несколько лет и этот брак закончился разводом. Сейчас Андрейченко живет на три страны, то в России, то в Мексике, Канкун, то в США, Лос-Анджелес. Она является основательницей Центра духовных практик, находящегося на берегу Карибского моря, пропагандирует вегетарианство, занимается йогой.